Норвегия является одной из самых развитых стран мира. Это государство привлекает иностранцев достойным уровнем жизни, высокими заработными платами, лояльной налоговой системой и возможностью трудоустройства в этой стране. Средняя заработная плата в Норвегии позволяет прожить вполне на достойном уровне. В 2020 году средняя зарплата человека, работающего на территории Норвегии, составила 4400 евро. Если перевести сумму средней заработной платы из евро в кроны, то получится в среднем около 46 130 крон. Норвегия, по сравнению с другими европейскими странами, способна предложить своим гражданам и представителям других государств весьма конкурентные заработные платы. В отличие от других стран, в Норвегии редко можно встретить разделение между коренными жителями и мигрантами. То есть представитель другого государства может получать такую же зарплату, как резидент Норвегии, и даже больше. Самые высокие зарплаты в Норвегии получают представители горнодобывающей отрасли. В среднем специалист этой области может получать от 62 тысяч крон. Это примерно 6500 евро. Специалисты по страхованию, кредитные инспекторы, банковские работники, экономисты, финансисты и бухгалтера получают около 58 тысяч. В этом году планируется повышение заработных плат для работников этих профессий в связи с большим дефицитом специалистов в этой области. Инженеры и представители IT-технологий получают зарплату в пределах от 52 до 54 тысяч крон. Особенно в этом государстве ценятся программисты. Обычный строитель с профильным образованием в 2020 году может рассчитывать на зарплату в 40 тысяч крон. А вот менеджеры строительных проектов имеют от 60 тысяч крон. Подсобные рабочие на стройке от 47 тысяч крон, в зависимости от разновидности выполняемой работы. Сотрудники гостиничных комплексов и ресторанов получают от 26 тысяч крон в месяц. На минимальный оклад может рассчитывать помощник повара, уборщица или посудомойка. Администраторы и повара получают примерно около 29 тысяч крон. Зарплата официанта равна 25 тысяч крон, без учета чаевых. Наши эксперты помогут вам найти работу в Норвегии.